структуру Брестского областного отделения Белорусского фонда мира входит без малого два десятка подразделений в каждом районе и отдельно в крупных городах. В их числе и Брестская городская организация. Спектр деятельности последней широк. От адресной помощи нуждающимся до масштабных акций. За минувшие 5 лет отчетный период конференции был проведен не один десяток важных мероприятий. Конечно, сделано много, потому что те средства, которые собирают люди для помощи и для организации мероприятий Фонда мира, конечно, они используются в целевом направлении. Дитя мира, значит, закупка оборудования для медицинских учреждений, помощь большая была направлена для центра «Тонус». Встречаем гуманитарные помощи, нам из Германии очень много помогали, именно тоже по медицине, по центру «Тонус». Это такие более, может быть, наиболее значимые, наиболее масштабные акции. Брестская городская организация также активный участник церемоний, приуроченных к важным юбилейным датам и международных инициатив. Заслуги организации города над Бугом высоко оценены на областном уровне. Члены правления последнего уверены, большой вклад в успех вносит человек, возглавляющий подразделение. Организация успешно справляется с выполнением тех уставных задач, которые сегодня стоят перед Фондом мира. Сам Михаил Михайлович Куиш, безусловно, это личность, авторитетная личность в городе, и поэтому во многом это и определяет, можно сказать, и авторитет нашей Брестской городской организации Фонда мира. Отчетно-выборная конференция – возможность подвести определенные итоги, посмотреть, что получилось хорошо, а где необходимо доработать. Планы и задачи на будущую 5-летку уже есть, а главное, есть люди, которые готовы воплощать их в жизнь. Конечно, будем какие-то пользовать новые формы. Конечно, будем рассматривать вопросы в первую очередь. Это, конечно, здоровье людей, работать со здравоохранением. Конечно, будем поддерживать молодежь, кто как не мы. В этом направлении будем работать. Может быть, более активно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.